Всем привет! Вы на канале Просто Детки. И сегодня у нас один из последних выпусков игры Тролли Лес Сумасшедших Вечеринок. Так, это все уже не важно. Все эти призы, все эти награды там и так далее. Игру закрывают буквально через несколько дней. Я долго в нее не мог зайти, как бы из-за проблем с компьютером, скажем так. Но вот у меня получилось это сделать, и как я обещал, еще пару выпусков я сделаю. Что я сегодня хотел с вами сделать? Во-первых, смотрим наши задания ежедневные. Их как бы я выполняю в любом случае, как бы чего бы там ни было в игре. Отправить тролля заниматься в любой парк талантов, это есть. Закатать вечеринки, мы закатим сегодня даже больше, чем две. Получить подарки, это без проблем. Восполнить энергию, тоже без проблем. Пуговицы, кондиционер и потратить где-нибудь чего-нибудь. То есть, самое такое, что может помешать, это кондиционер. Я его закажу сейчас. Там 6 штук нужно. Докупаем все те эти сладости, вкусняшки, которые, ингредиенты, которые нам нужны. Потому что кексов, как вы знаете, у нас неограниченное количество. И сегодняшний обзор я построю таким образом. То есть у нас есть вечеринки, которые я еще не прошел на 3 звезды. А вот одна из них, допустим, «Плыви к победе». Так, для нее нужно плавание и трюки с волосами, я так понимаю. Трюки с волосами только пушистик у меня есть. Плавание у меня как бы... Хватает и ручеек там, и Рози, и Карма. А я сейчас посмотрю из тролли, кто, кого у меня еще нет. Вот здесь, в магазине. А вот я нашел, допустим, Цветан, смотрите. А у него трюки с волосами, и у меня его еще нет. Я его сейчас куплю. Стоит это 6400 кексов. И вот теперь у меня еще один чудесный тролль есть. Конечно, ненадолго. Скоро вся игра исчезнет. Но в последних обзорах хотя бы я им поиграю. Вот я перелогинился. Зашел в аккаунт, все-таки смог. И видите, вот бесплатно, кто не знает, еще кексы. Последние пару дней можно получать в любом количестве. Сколько угодно, на все свои нужды. То есть у меня вот 76 тысяч кексов. Опа, уже 83 и так далее. И вот еще один тролль, которого у меня нет. Это здоровяк. Он как раз у него способность плавания. Вот как раз с двумя новыми троллями я сейчас буду проходить эту 13-ю вечеринку. Привет, здоровяк, тебе тоже. Так, кто у нас еще есть там? Так, пособираю монетки. Выполнил задание. Посеял вот эти всякие там плюшки. Благодаря этому тоже второе задание выполнил, потратить денежки. То есть с заданиями более-менее все просто. Пускай растут, как бы они есть, не просят. Все, два задания, вот они есть. Так, дальше, восполнить энергию. Вот наши новые тролли, во-первых, их нужно где-то куда-то посадить. Так, куда их посадить, подождите. Организовать, в смысле. Садить их никуда не надо. Так, вот я освобождал уже место, в принципе, куча. Цветан. Здоровяк. Не обязательно их даже перемещать вверх, то есть просто посещаем. Так, 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 как их посетить? Ну, не получается. Ладно. Так, где этот бутон? Нет, 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 никого мне сюда не нужно. Мне нужны мои Цветан и Здоровяк. Вот. Сейчас я их быстренько выкормлю немного, хотя бы там уровня до 10 обоих. Потом подниму им умение и пойдем делать вечеринки. Да, видите, он такой грустный, знает, что уже скоро... Ого, за один раз я ему поднял что? 4 уровня? Ну или 3. Обалдеть. Даже не увидел. Так вот, он рустит, потому что это одна из последних вечеринок. Ну а что делать? Такую вот каку разработчики подложили. Не знаю, почему они захотели закрывать эту игру. Такая классная игра. Я в нее играю уже без малого год. И, в принципе, еще в том годик бы точно в нее играл, если не больше.
ролей новых, они делали в последнее время много обновлений интересных. И потом резко раз, и все прекратилось. Ну, не нам судить разработчиков, они так молодцы, сделали хорошую игру. Видать, у них есть на это серьезные причины. Так, ну что, еще один уровень до 10-го. И перейдем к здоровяку. Так, давай, кушай, кушай. Так, вот у меня уже нет некоторых сладостей. Все, молодец, накушался. Энергии куча, он 166. Видите, у здоровяка первый уровень и 16 опыта. И сколько ты сейчас сразу поднимешь? Ну-ка, ну-ка. Да, видите, тут тоже три уровня сразу поднял. Но в здоровяка должно побольше вместиться, чем Цветана. Смотрите, какое у него пузико большое, да? Туда, не знаю, наверное, все сладости, которые у меня есть, вместятся. Вот мы расширяли склад раньше, да? А, чтобы там больше вместялось всего. Можно было просто этих здоровяков набрать себе. И у них бы животик был как хранилище этих сладостей. Сюда вместилось бы, наверное, как 4 наших склада. Так, еще немного, уже 7 уровень. Или какой-то, да, 7. Восьмой. Время летит быстро. Так, давайте, давайте. А, кстати, я еще не глянул, их может можно как-то улучшить, хотя я сомневаюсь. А, начали делать улучшения разработчики, но потом как бы прекратили. Там буквально несколько троллей сделали. А сейчас гляну, есть ли среди них здоровяк. По-моему, какой-то большой тролль был, но не здоровяк. Я сейчас узнаю. Так. А, все, 10 уровень. Отлично. Так, вот получается. Да, смотрите, здоровяк среди них есть. Отлично. Ха-ха, прикольно. Вот это у него такая жилетка вообще обалденная. Делаем улучшение. Первое. Второе. Третье. И четвертое. То есть он теперь у нас будет легендарным. Отлично. Смотрите, какой красавец. Ха-ха. Что это у него в руках такое? Что-то живое как будто. И у него аж 212 опыта, энергии. Обалдеть просто. Ладно, ему всего лишь одна сладость нужна до следующего уровня. Пускай будет. Не, ну красавец. Так, давай, кушай. И сейчас глянем на Цветана. А ну-ка. Да, его тоже можно сделать легендарным. Обалдеть. Слушайте, ну вообще... Такие красивые они, когда именно легендарные. Жалко, что только в конце вот они появились. Но дело в том, что если бы по-хорошему, если бы игра не закрывалась, то я, допустим, никогда бы, наверное, не смог их себе получить. То есть на них наклеек нужно столько, что мне копить их там, не знаю, лет, наверное, 5 нужно было. Вот так вот. Одежда вот такая, такая, согласитесь, такая красивее. Так, все, наши легендарные тролли готовы. У меня теперь уже 3 легендарных тролля, а можно даже их переместить, чтобы они вместе были. Так, организовать, и быстренько я их перемещаю вот, допустим, сюда, наверх. Так, так, так. Раз. В принципе, это все не важно, как бы, ну, я люблю, чтобы все было красиво. И... 2. Вот так. А, кстати, интересно мне, Фэллон нельзя улучшить? Просто вот раз уже так упал на нее взгляд. Фэллон. Да, видите, скоро. То есть нельзя ее улучшить, к сожалению. А было бы неплохо. Она была бы вообще, наверное, красивая. Так, и теперь нужно нашим троллям улучшить умение. Получается, вот, трюки с волосами для Цветана. Как вы знаете, вот, можно это все делать очень быстро. И, кстати, сейчас я выполню очередное задание. То есть, вот, не буду вам показывать, как я все умения им зарабатываю. Только вот выполню сейчас ежедневное задание. Вот, последний раз, по-моему.
А ну-ка. Да, вот. И отправить роли заниматься 6 раз. Выполнено. Так, дальше. Закатить вечеринки и восполнить энергию троллей еще троим. А почему я не восполнил? Так, это раз. И плавание. Где у меня плавание? Ага, вот плавание. А здесь у нас будет плавать здоровяк. Ого, смотрите, он на весь бассейн наплавает. Класс. Так, можно это пособирать. Пускай будет. Неважно там. Есть у меня нету. Это все можно купить. Я вот резко потратил 50 тысяч кексов. Согласитесь. А в обычной ситуации это бы нереально было сделать. Я их собирал, по-моему, за все время, там сколько играл, собрал там 3 или 4 тысячи. Кексы собирать очень сложно. Так, получается, одному троллю мы восполнили энергию. И здесь у меня некому восполнять. А вот здесь можно пряни и флинту тоже пополнить энергию. И задание выполнится. Так, пряня. О, флинт, слушай, мне тебя тоже, по-моему, можно улучшить. А ну-ка. Нет, нельзя, к сожалению. И вот, задание по энергии тоже выполнено. Так, ну что ж. Пошел я повышать умения нашим троллям. Ну что ж, друзья, я умения поднял нашим новым троллям. И надеюсь, что 12-ю эту вечеринку я все-таки смогу пройти на 3 звезды. Итак, вот у нас Цветан, видите, 100% дает. Хоть умение, в принципе, у него небольшое, но ему хватает. Дальше Здоровяк. У него тоже 508 умения. Я прокачал там, они 1000 или сколько-то, даже больше. И бонус 100%. И здесь у нас как бы ручеек, уже наш старый знакомый. Можем начинать вечеринку. Докупаем сладости, которые нужны. И поехали. Давненько я уже не участвовал в вечеринках. Наверное, уже почти месяц. Надеюсь, не забыл, как это делается. Так. Умение как бы располагает. То есть, когда не хватало там умения, то было очень тяжело. Вот эта вечеринка довольно-таки серьезная по уровню. Хотя, видите, когда умение хорошее, то вот как бы все довольно-таки хорошо делается. То есть не так, как в той вечеринке, которая прошлый раз была у нас в обзоре, что я просто вообще ничего не успевал. Хотя, видите, здесь тоже вот довольно-таки быстро. Ай, ай. Но я более-менее нормально это все сделал. Так, так, так. Успеваю. Ай-яй-яй. Успеваю, не успеваю. И... Ох ты, как быстро, ох ты, как быстро. Вроде бы даже нажимал, то есть вот чувствую, что нажимал, а ведь пишут, что не успевал. Ай-яй-яй. Не все так просто, как кажется. Ай, где мышка? Где? Я мышку на экране не увидел. Блин, в прошлый раз так хорошо ручейком сыграл, а сейчас как-то не совсем прям получилось. А, это что ж такое? Мне сегодня не везет, просто не везет. Вроде бы все стараюсь сделать правильно, а ничего не получается. Так, ладно. Вот. Вот. Более-менее. Хотя последнюю я четко видел, что нажимал. А, она не нажалась. Не знаю почему. Так, ладно. Так, что ж такое? Поздно и поздно. Хотя вроде нормально нажимаю. Так, ладно. Ух ты! Не хватило мне довольно-таки много. А что ж делать? Слушайте. Ну это просто... Ну, мне не нужны звезды. Мне не важно, что я здесь выиграю. Мне важно, что я не смог пройти. Вот так вот. Ну что же, попробую еще раз. Я даже не знаю, сколько мне чего-то не хватило. Я немного так разыгрался. Так, ручеек, Здоровяк и Цветан. Может, они еще просто не участвовали в вечеринках, плохо играют, как бы. Но надеюсь, что сейчас мы это дело все исправим. Вторая попытка.
вначале так вообще все просто, легонько, видите, вольготно, то есть все успевает, все без проблем, без всяких, абсолютно. Странно. Ой, там вот. Так, здоровяк. Ай, не успел. Блин. Так вроде же мышка там держал. Почему не успел, не знаю. Блин. Вот последнее. Поздно, поздно, последнее. Так, еще одна попытка. Вот сейчас я, наверное, слишком рано нажимаю там. Я как-то уже отвык от этого всего. Ну, там перфект, там не успел. Ай-яй-яй, да что ж такое, промахиваюсь. Два раза пытался выдать заказ, и два раза промахнулся. Ай-яй-яй. Сюда, сюда, сюда. Странно. Ничего не пойму. Ну почему? То есть, почему поздно? Почему? Видите, этот раз мне уже не хватило совсем чуть-чуть. Буквально там я видел, мне... Вот видите... 4000, в прошлый раз там было 8 или сколько-то. Ну не знаю, попробую еще раз, может с третьего раза получится. Потому что не хотелось бы все-таки завершать обзор тем, что не смог пройти то, что обещал. Так, тут у нас подарок. Карма, редкая наклейка. Я безумно этому рад. А, кстати, вот посозревали уже эти для волос там, или как они называются, кондиционеры, да. И задание выполнено. Одно, кстати, второе. Осталось только получить подарок. Ну, подарок я получу, если вот выполню это задание 12-е, потом быстренько получу подарок. Так, давайте, давайте, давайте. Быстренько все на сцену, как говорится. Поехали. Последняя попытка. Если не получается, то я докупаю время и завершаю все-таки на 3 звезды эту вечеринку. Но, повторяюсь, не хотелось бы. Вы видели, у меня уже почти получается, только где-то в каких-то мелочах я ошибаюсь. Даже не знаю, каких. Вот, сейчас было все перфект. Это редко, конечно, но бывает. Так, давай, 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 давай. Здоровяк. Вот, вот, вы видели, везде перфект, то есть я применился. Надеюсь, получится. Так, а ну-ка. Да, ну здесь, конечно, тяжело. Но все равно я почти нигде не промазал. То есть у меня уже появилась надежда, что все-таки как бы доведу до ума эту вечеринку. Ай, там тусон был один. Это плохо, слушайте, это очень плохо, потому что... это минус там сколько-то, 900 там или сколько-то очков, которые я мог бы положить в копилочку. И опять в одном месте тусон. Но это все равно меньше, чем в прошлый раз, поэтому я думаю, все будет хорошо. Ай, два тусон, ну почему? Ну я ж нажимал. Наверное, поспешил или опоздал. Не поймешь без практики. Ну, дайте еще одну сладость. Да нажимайся ж ты. Ай, тусан, ай, тусан. Быстрее, 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 быстрее. Ну, здоровячок, давай, пожалуйста, не подведи меня. Вся надежда на тебя, ты ж легендарный. Есть, вы это видите, я уже вижу. Я уже вижу, что я успел на 3 звезды, я это уже вижу. Я со спокойной душой могу уже заканчивать эту вечеринку. Есть, 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 я это сделал. С третьей попытки, ну, как говорится, бог любит троицу, да? У меня это получилось. А, кстати,
клевер, по-моему, у меня нет даже, да? Возможно, если я успею, то все-таки я получу клевер. Постараюсь за эти два дня, которые остались, записать еще пару обзоров. Надеюсь, получится. Не обещаю, мало ли что может приключиться. Так, и смотрим, да? Получается, вот все, 12-я вечеринка, 3 звезды. Осталось мне попытаться 15-ю пройти и 16-ю. То есть, надеюсь, я успею. Так, и теперь последнее ежедневное задание. Это получить приз. Допустим, пускай Берн у нас что-то сделает. Я сразу завершил вечеринку, чтобы не тратить время. Кидаю сюда 3 звездочки. И вот шанс 70%, что мы получим подарочек. И... Ха-ха, видели, какой прикол? 70%, а... Маловато оказалось. Сработало то, что было 15%. Но это не может длиться вечно. Вот он подарок, отлично. И вот последнее ежедневное задание. Забираем пилу. Пила, ты сегодня пила. Кстати, можно вот это тоже поубирать. Здесь построить кучу украшений, чтобы достроить наше дерево, которое внизу. Возможно, тоже, кстати, сделаю, если успею. Все это можно убирать, убирать. Так, ладно, не важно. Это уже не важно. Скоро все это исчезнет. А ну что ж, друзья, надеюсь, очередное видео про тролля вам понравилось. Скоро видео вообще не будет, к сожалению. А поэтому, пока они есть, пожалуйста, поддерживайте их своими лайками, пишите комментарии, не забывайте делиться с другими детками. А также принимаю ваши пожелания, что записать в оставшейся серии. Пишите, постараюсь это исполнить. Ну а также оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Пока-пока, до новых встреч!